половина сферического конденсатора заполнена жидким диэлектриком. Знаете, зависимость напряженности электрического поля от расстояния до центра этих сфер. Электрическая проницаемость известна. Если мы хотим узнать напряженность на расстоянии R, мы должны использовать теорему Гаусса для поверхности, которую мы здесь нарисуем красным цветом. Но поскольку у нас есть диэлектрик, писать мы можем только теорему Гаусса для диэлектрика. Поэтому пишем поток вектора электростатической индукции D по ds будет равен сумме свободных зарядов, которые находятся на внутренней пластине. Используя связь между D и E, можем связать их друг с другом в обеих половинках конденсатора. На границе раздела воздушной прослойки между обкладками и диэлектрической тангенциальная компонента вектора E сохраняется. Поэтому обозначим E1 и E2 просто E без индекса. И поток через замкнутую поверхность всей красной сферы заменим, разобьем на два интеграла по верхней и по нижней половинкам этой сферы, вынося константы ε0 и E, которые одинаковы. Площадь половинки сферы 2π r квадрат определяем, чему равно E.